Сегодня ночью с 1 на 2 февраля в районе 23:50 и 24 часов в районе завода, металлургического завода города Алчевска, была сбита ракета «Точка-У», которая летела с северо-западного направления. Можно предположить, что она летела на Луганск. Но станция противоракетной обороны города Брянки перехватила ее и уничтожила. Части ракеты упали на территории завода. В пределах километра они разбросаны. Сейчас их находят и будут всех их собирать в одно место для предоставления международным организациям на их суд, что же действительно происходит на самом деле у нас здесь. Можем предъявить документально все вот эти номера. Здесь написано на корпусе двигателя 9М79-1. А внизу номер ракеты Ш-91-56-5. Это продублировано также здесь внизу. Другие номера. 9М79-1.01.